Здорово еще раз. Мы будем пробовать новый формат. Буду вещать из экрана по видео. Посыпались вопросы про этот чудесный мотоцикл. Мотопед детский. Pocket Bike называется. Сделано в Китае. Что я и хотел рассказать про современный Китай. Всегда бытовало мнение, что Китай это прям-таки говно. Но это не так. Я прям в восторге. В детстве у каждого был мопед Карпаты, Рига или что-то в этом роде. И все помнят эти чудесные дни, проведенные в гараже или как вы его толкали по дороге, но никак не ехали от слова ехать. Вот эта маленькая херня, она прям едет. Везет меня вместе с сыном, на полный газ ехать просто страшно. И сколько бы ты ни ехал, он едет, едет и едет. И у него ничего не звенит, не гремит, он просто едет. Я прям в восторге. Вот эта вещь. Вот умеют китайцы делать технику. Наконец-то научились. Мопед крутой. Есть еще передний пластик с наклейками BMW. Лежит в гараже за ненадобностью, потому что я боюсь, что он довольно быстро отвалится. Приделали ручку от детского велосипеда, которая помогает придерживать ребенка в балансе, чтобы он ехал и изучал азы работы ручки газа и, может быть, как-то потихоньку привыкал сохранять равновесие. Будем продолжать тренировки. Звоните, присоединяйтесь, всем рады. Сегодня катаемся возле аэропорта Храброво на закрытой дороге. Никто не мешает, не ездит, не шумит на нас, не кричит. Вот. В общем, приезжайте в гости. Тачка технически совершенна. Ручка газа работает. Тормоза дисковые. Работают передние, задние. Очень удобная вещь. Привод цепной, цепочка тоненькая. Вообще как крестик на шее. Мы ее смазали. Вроде бы работает. Резина еще сочная, пухлая. Прям огонь. В повороты ложат вот так. В общем, надо прорываться на картодром и пробовать ездить на нем как на спортбайке. Валить прям вот с коленочкой. Я видел давно в детстве, что есть целое направление любителей этих покетбайков. И взрослые дядьки в кожаных костюмах на них зарубаются, как в серьезном MotoGP. Надо попробовать. Давайте. На счет три. Раз, два, в атаку! И ушла в закат.